На небольшой детской площадке 7 ребят, но всего из 2 семей, притом непростых. В одной мама в погонах, в другой отец. В этом месте в день любви, семьи и верности они собрались не случайно. Праздник отдел МВД по Московскому району чествуют многодетные семьи. Такую небольшую, маленькую, приятную традицию ввели мы в нашем отделе. Поздравляем мы многодетные семьи в честь праздника. Всего в МВД по Московскому району 7 многодетных семей. Однако на чествовании присутствуют всего 2. У остальных не получилось. Дежурства, суточные. Работа такая. Мне хочется пожелать вам, вашим семьям, побольше добра, любви в ваших семьях, понимания, самое главное. А понимание в семьях налажено. У Александра Тараканова 4 детей, старший 17, младший 2. Конечно, работа в полиции накладывает свой отпечаток. Отец не всегда дома, смены ненормированные, иногда приходится задерживаться, иногда уходить раньше. Без этого самого понимания никуда. Помогаем друг другу, что выручаем. Дети как бы в большой семье, дети развиваются, ну, как побыстрее и следят друг за другом, помогают маме вот, по хозяйству. Александр работает в инспекции по делам несовершеннолетних. На дом работу не берет. Наоборот, в его служебных буднях семейный опыт только помогает. А так, конечно, как бы проще, потому что есть опыт воспитания внутри семьи, и на работе какие-то моменты есть, да, используешь. Стараешься помогать детишкам, которые находятся в трудном положении, вот, безнадзорным детям. Ну, такие тонкие моменты, да, есть. Внутри семьи, как бы он, да, складывается опыт определенный, который переносится потом на рабочий момент. А вот у Татьяны Москвиной ситуация иная. Здесь она мама, которая часто оставляет своих детей на мужа. 2 девочек и 1 мальчика. Муж поддерживает во всем, помогает, очень помогает. Наверное, самый лучший мужчина на свете. Таких, наверное, больше не бывает, который, когда на смене, заменяет детям и маму, и папу, и сестренку, и братишку заменяет. Он у меня на все руки и на всю душу. На вопрос о возможном пополнении семьи Татьяна ответила просто – как Бог даст. Ведь на самом деле не важно, сколько детей. Важны сами принципы – взаимопонимание, любовь и поддержка. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».